Дима, у тебя там еще места есть? Твое место свободно. Я захожу. Играем. Играем в луну, череп и крест, сбиваем косты. Там еще Алас не зашел. Я не могу понять, что с ним. И в 10 ничего не сказал. Он тебе написал то, что у него свет отключился. Да? Куда? В ДВ-чате. А-а-а. Понял. Все, тогда меняю его. Ставлю меточки пока. Так, нашелся ФДК. Шкафчик вжух. И меня тоже сманить. А, сзади. Вот, новый шкаф есть. Здорово. Привет. Суманите ДК медленно. И я хулипал. Танк. Не в ДД, в танке. Ну да, давай ты по ДД. Хотя. А что у тебя там в танке? Ты танчил уже королей? Да. Тогда спекайся. Тогда мы даме оставим в ДД. Там нормально должен будет усекать. Ну, я короля держал. Ну и подержишь короля тогда. Хорошо. Так, сгущенка. Брат Кутамилк. И я, да? Значит, сгущенка поддержит кроша. Катамелк, ты поддержишь Киглера и Слепоглаза. Я Олма, я Хулипал поддержит печеньку. Скинь дис, пожалуйста. Никаких меток на танков здесь не будет. У нас 4 танка, это первая группа. Просто запомните их. Я Хулипал, брат Катамелк, сгущенка и Фростняша. Хардвелл, здесь, в дисе? Да. Ты хилишь сгущенку и Фростняшу. Угу. Фуджини. В 10.
Равно. Хорошо. Тогда ты прохиливаешь катамелка холипала. Станешь где-то, вот чтоб тебя не откидывало. Чтоб ты доставал до этого. До ДК и до паладина. Локи. Вжух. Ты приручаешь первую собаку, аскетов на вторую. Угу. Плюсики поставьте, Локи, чтобы вы поняли. Супер. Именно приручить, не там ни бана, ничего. Там собаки нормально всякают. Там сейчас мамонта вам поставят, кому надо, снаружи. Реги какие-то купить и так далее. Рыбка стоит, кушайте. Сейчас рыбафы смотрю. Паловский аддон настроен. Пала знает, что бафать? Там у двоих только. Хорошо, скажи мне, кто в этом аддоне? Ну, Якот и Каски бафает по аддону. Якота Каски и снова танк. Танк. Кулаки на риге стоит. Понял. Катамилк. Не, не надо прото. Прото у нас ДЦ есть. Просто раскидайте кресты по тем, кому нужны и кулаки, и кресты. Вот Ханту надо дать крест. Вроде все. Локи у нас без этих, без лесорубов. Вроде бы. Так, по бафам. Надо бафнуть медленно, я хулипал. Пристабафы, лапки, вот это вот все. Рыбку доедаем, прекрасно. Фласки выпиваем. Арче на пул. Первый пулит сгущенка, потому что ему надо, чтобы крош не сдвинулся с места. Остальные танки на позиции. На пул Олма в меня. Арче, все готовы, танки поехали. Давайте, Белл. Bloodlust. Собаку приручить. Отлично. Оверхил сгущенку. Оверхил, оверхил, оверхил. На фуле должен быть. Кроши играем. Меня прохиливают все еще. Еще 2 секунды. Ладно. Я сухой. Потенциал, дай, пожалуйста, монотайт. Токсиген, зачитай гимноману. Все, мана появилась. Прекрасно. Дайте крошу это проклятие на замедление коста, Локи. Не, не бэрить толку, я все равно танк. Следующего вам так легко.
играть в этот. В Луну играть. Ромбик, отведи оттуда. Луну затаунти. Ромбик, отведи. Ну или наоборот. Нормально. Хил упал, да? Да. Держите танков, я холипал и котомилка. У нас упал пал, который хилит. Казура, залей Хардвелл, Инр. Казура. Понимаю. Войд, зачитай гимноману. Спасибо. Важно, чтобы вас в вихрь не откинуло. Сейчас вихрь будет. Стойте так, чтобы вас в стену откидывало. Эбиус, прочитай гимноману. Понял. Ладно. Силсан, прочитай ты гимноман. У тебя аддон какой-то новый? Угу. Да это вообще старый, просто он обновлен. Вихрь 7 секунд. Милики, просто отбегите от него, да и все. Вы выретаудите. Котомилк, пусть уже ДК дотанчит. Чё ты вот это? У тебя там 1.5 урона. Минус сова. Сова умеет летать, между прочим. Простыл? Меня резните. Ну, типа, тот, кто упал, они без лута?
Нет. Почему? Блин. Блять, я так это на уню. Идея хорошая, конечно. В 25 сходил, там РЛ орёт на первой фазе. Типа, кто умрет, Тиман лут. Как ты думаешь, кто первый на первой фазе умер? Я знаю. Да, РЛ. Так, вот этот вот парень, он умирает первым. И косты всем убейте. Дальше не веди. РДД желательно станьте почти под жопу мобов. Тогда они не шотнут и не будут далеко убегать. Диспельте эфир сразу. Так, мы остаемся в танках. У кого там нет спека ДД? Сгущенка, да? Да. Значит, мы остаемся со сгущенкой в танках. Остальные в ДД. Так, сгущенка, ты же умеешь давать сокру? Вот удар. Хорошо. Под каждый удар тогда с тебя массакра. На полы будут в тебя, а я сам буду допирать агро. Играем в череп. На кресте... Ой, господи. Это череп все еще. А на кресте я посижу. Крест. Ну мне здесь три танка не надо, в принципе. Ну пусть ты пойдешь, целоки же есть. Ну да. Мы суманим. Жух. Сделай магию. У нас целый один на пул. Ничего, будем сальвами раскидываться тогда. Рыбку ставлю. Садитесь жрать, пожалуйста. Медведь, выйди.
Надо дать фул ребаф. У меня кулака нету. Нет пристабафов. У паладинов кулака нету. Все остальное вроде нал. Пал прилетел. Катамилка. Арче на пул. Босс, понапуливаешь в пала сгущенка. Дайте пару секунд палу набрать. Даю ДБМ пул. Нихуя не понял, сгущенка танчит? Да. Ну, должен. Набрали раньше. Массакру. Блядь, ну Котомилка, ты, конечно, красиво делаешь. Снова танк, дай сальву Варбрингер. Эдлан спасения. Спасибо. Ю-ю откатит. Дашь еще раз вара. Так не стойте, пожалуйста, там в обвалах. Скоро удар. Разбежались. А давайте был. Я забыл вообще про него, если честно. Мы должны были в самом начале его дать. Я привык, что мне шаманы сами отдают, когда надо. Босс, пока ты. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание.
Макс сдох от чего? От завала. Чем его резать? Скоро удар. Набрали рейндж. Хорошо. Вот. Силсана надо резать. Это шип сделает. И на Курин надо резать. Это сделает Казура. Порезайте быстрее. Казура, БРДЦ. Надо будет сейчас зубы дать. Сгущенки, давай. Хорошо. На следующий вот этот Юю дашь точечную сакру. Уже вот сейчас давай. Сбиты. Я пока не могу прочитать это заклинание. Снова танк. Дашь точечную сакру по сгущенке? Рейндж. Давайте, давайте, давайте. Мы не успеем добить до удара. Класс круля. Ресните мага, он нам поставит портал. Мах, ну уже хватает маны, поставь нам портал. Все ж стоят, ждут. Ты единственный маг. Сейчас он скажет, у него портала нет. Я охуею. Шатрат. Сейчас он еще первый нажмет на портал. Вот это, в это я больше поверю. Не, ну сдох от завала, подумаешь. Нас, между прочим, еще от завала умерло пару человек.
О, пока люди не в инсте, пожалуйста, поставь 25-ку. Еще... В плане? В прямом. Просто 25 оп поставь вместо 10. Аддон багается. Угу, поставил. Все, пятенько. Спасибо. Мне просто жесть, как неудобно хилить, когда стоит десятка. Лут, конечно, бесподобный. Я не знаю, в принципе, если большинство останется на ИК, можно быстро ИК пробежать. Но мне надо до 4 это успеть сделать. Это, кстати, активируешь меня в Дискорде? Не, потом. Да. Что-нибудь сам, чтоб я хуй. Короче, ты до 4 и потом сваливаешь, да? Да. Надо будет еще в кару сходить. Надо еще рулетку покрутить. Она одно уже заехала. Угу. Я бы не советовал вам крутить рулетку. Почему? Жетоны завезли, сферы тоже. Я бы подождал, нахуй, если пока. Какие жетоны завезли? Там пустоту война... завезли. Жетоны войны запредели. Да нахуя, сейчас даже еще продавца нет. Ну, все равно. Я буду ждать, пока ты 5 нахуй. Что, у меня уже 200 с хуем монет, пускай вот это. Ну или хотя бы целка там саранит добавит. Ну я хуй знаю, ну сейчас пока. А, ну то есть через год крутить будешь. По 200-300 монет крутят у них по одной сфере. Ну я сегодня одну монетку покрутил, и одну сверху забрал и продал. Сколько они, 12 с рук сейчас стоят, да? 10 с рук. Вроде 10? Бы. Уже 10? Я вчера по 15 нет. Продавал. Чуть дешевле даже, это науки по 10. С рук по 8, где-то по 9. Нормально. 14 науки, вот, дня 2 назад, 3. Только что науки смотрел, но минут 10 назад, по 10-1 сказка. Потому что она, Т4 со 100, она просто не идет туда. Поэтому по-любому придется крафт. Я жду пока. Снизить, но как-то 100 тысяч за 245-ю шмотку не хочется. Почитать. Да, давай. Завтра уже будет дешевле. Рулеточку поставят, тысяч по 6, по 7. Вжух, поставь шкафчик. Мы досумоним, кто тут. Кому сумон? Плюсики поставьте. Мы вас быстро досумоним, да пойдем дальше. А, плюсики ставьте, сам досумоним. Вон Кадзура, Варбрингер. Кого еще? Тыкайте активнее. Че, поехали. Тут хилы танки есть, ДД есть. Что ваша жалкая магия... Из огня, постарайтесь выходить. Вечно. Ты красиво, 76к прилетело. Че, кто-то диспелит, что ли? Это я диспельнул себя. А, молодец. Я знаю. Но я не ждал, что так много. Диспелли тут, может, только протпал. А, под ревностным? Да. Уважаю. А под зеленка не варик? Ну, если бы
ДК могли диспелить. Ну, я ДК продиспелю под зеленкой. Так ты сдохнешь, а не ДК. А, тот-то диспелит? Ну да. А, не знал. Бабл можем прожить. И камень. Ну, это всегда можно. Опасно-то, да. Поехали направо. А там внизу уже поднимем их. А может, есть у кого чернила снегопряда с собой? Что-то я забыл плечи чернуть. Меня просто не хилили. Ты же ДК должен сам захилиться. Ну, у меня билд под рейд. А это чё? Мне как-то так в этом... В Аргере сказали, типа, ты же паладин, хилься сам, а я за танка был. А, ну, нормально. Но ты их все кикнул и сам прошел, да? Ну, можно было. Протопаладин ЦЛК хожу один, ёпт. А чем заключается твой билд под рейд? Что у него под рейд? Ну, у меня нету хивок, которые обычно берут ДКшки для самовыживания. В рейде они бесполезны. Но, а что ты вместо них взял, ну, для рейда полезного? У меня два бафа для рейда. Ну, у меня тоже два бафа. ДК с двумя бафами и с отхилом. Ну, я вот тоже думаю, я как бы за ДК играю, мне просто интересно для своего... Для себя. Можешь посмотреть, скину тебе билд, посмотришь, что я сделал. Ну, я сейчас смотрю, наблюдаю. Ничего полезного не вижу. Ну да. Не, я не спорю, я просто для себя хочу узнать. Лично твой? Ты прям рассказываешь, чем отличается билд от на ДК для соло этого и для рейдов? А для чего еще может быть? Для РБК, блядь? Ну, не знаю. Человек стал для рейдов билд. Без отхила. Ладно, потом подумаю. Чё-то этого. Да ладно, скинь, я посмотрю. Может, полезно все-таки будет. Ну, да. Бывает. Так, плюсики. Плюсики на кубы. В рэдчат. Могу хэпалом поставить, если надо. Мне вообще все равно, кто туда станет. Туда и танк может стать. Сгущенка, постоишь на кубе? Умеешь жать? Я просто лучше агро подержу на боссе. Не стоял. Ты агро удержишь на боссе? Я тогда сам пожму кубы. Ну окей, тогда танч.
А что там вообще на кубах надо делать? Просто подбегаешь, тыкаешь сферу и все? Да. Очень сложная механика. А шо, рыбу не хаваем, что все побежали уже? Подождите, я сейчас еще не назначил кубы, еще не рассказал ничего. Уже все побежали куда-то. Так, Хардвелл, это у нас Холли Пал. Угу. Постоишь в луне тогда. Окей. Дальше, потенциал, это Эршам, постоишь в трусах. Дальше, снова танк. Квадратик. Пусть только Рушан тотемы поставили его босс. Катамил в печеньке будет. Только постарайся там не сильно увлекаться ДПСом. Так, и я в ромбике, получается, постою. Ладно, я в ромбике постою. Так, теперь по кикам. Я холипал, забираешь квадратик. Фрусняша будет кикать печеньку. Израфель будет кикать ромбик. Даме будет кикать трусы. Медленно будет кикать луну. ДКшки все плюсики поставили. Медленно, ты что кикаешь? Правильно. Даме, ты кого кикаешь? Сейчас все объясню, что кикать. Слакнул, вот именно. Еще раз объясняю. Квадрат, я хулипал. Печеньку кикает Фрусняша. Ромбик кикает Израфель. Трусы кикает Дами. Медленно кикает Луну. Кикаем каст. Залп. Дальше. Дэнни Трэх. Запоминаешь квадратик. Перек запоминаешь печеньку. Потенциал запоминаешь трусы. Вам нужно будет кикать им лечение тьмой. Вроде все. Смотрю ваши бафы. Смотрю рыбу. Дайте лапу. Дайте инту. Рыбу я вам ставлю. Поешьте. Смотри, мы будем сейчас играть по мобам. Этим мобам нужно сбить два каста, они два каста отдают. Первый каст — ауешка, второй каст — это хилка. Рыба стоит. Войт, можешь, пожалуйста, пока прекратить флут? Потом после магика пофлудишь. Поешьте рыбку. Йо-йо, на них станы работают? Точечные. Босса будет танчить сгущенка. Израфель, тебе надо его кикнуть. Кик у тебя есть. Называется заморозка разума. Второй каст ты можешь ему сбить салом. Третий каст можешь сбить притяжкой. То есть твоя задача просто покикать ему касты, понял? РЧ на пул. Смотрю, что вы все поели. У всех банки были. В мечтах. Так, все готовы. Хорошо, погнали. Аура цыгана. Давайте, пуляй, сгущенка, пуляй кого-то. Пала, дай тебе станчик, а уешь на свой. Подождать.
Токсиген, верни, пожалуйста. Асфир. Бомжи. Я бомжа сейчас дам тоже. Чаротворцев надо бы доиграть. Мне уже надутые нормально так. Как стан откать это уешь? Можно еще раз. Все прекрасно по местам. Кубы не дамажат. Просто стоят рядом с кубами, ждут команды. Если вы нага, то кубы нажимают на кубы. Фитиха. Сложно. Да-да-да. На пол и впало. 3 секунды. 2, 1. Поехали. И чуть-чуть доверни. Еще чуть-чуть. О, идеально. Смелики должны доставать. С куба уйдите, пожалуйста, товарищ Токсиген. Спасибо. Я хулипал медленно, прохильте их. Они там взошли в огонь. Давайте, Бэйл. Жажду крови. Ханта прохилить. Вспышка 10. Встали на кубы. Каст. Держим. Боза прохилить. Хорошо. Слезли, отошли от куба. Ждем пока КД слетит. Катура залей. МП Фуджини. Мне не показывается. Он вообще слышит меня, сова? Только сейчас появился. Да я слышу, потому что он становится хер знает где. Вспышка. После откидывания надо будет встать на кубы. Каст. Держим. Ханта прохилить. Хорошо. Эрдру, а ты ДЦшки можешь дать? И на ручку. Он там сзади стоит. Возле трусов где-то. Эрдру прохилить. Скоро кубы подошли и стали. Каст.
Держим. Хорошо отпускать. Когда будет потолок, всем стоять под стенкой, чтобы не сдохнуть. Танк прохильте. Ханта и Вара прохильте. Десять секунд до кубов. Далее ждем каста. Каст. Держим. Ханта прохилить. Сейчас потолок будет. Под стенку встаньте. Эрдру, уйди с центра. У меня сбился таймер. Десять линканешь, я подойду тогда. Подходите к кубам. После откидывания сразу на кубы тогда. Каст. Держим. Ханта прохилить, босс? Угу. Был. В самом начале я отдавал его. Чё там по таймеру? Сколько ещё? 27? Да, должны долить. На всякий случай кубы приготовились. Кубы, встаньте. Нормально, не придется. Маунт. Так, а кому упал мешочек? Хардвелл, дашь мне мешочек, пожалуйста. Провтыкал поставить зеленку. Я метка, ромбик. Спасибо. Рулим сумку. 20 слотов. Халявная 30 голды. А, 130. Фуджини. Ладно, даме. Голова.
оксиген. Я с босса раздаю лут. Дальше. ПСОчек. Скорость РПБ. Неплохой пояс. Бар. Так, у меня вопрос. А хотя какой вопрос? Рольте. Ты на офспик ролят или что, бля, не понял? А ханту не надо, что ли? Ну, вообще, если все не против, я ханту отдаю. Потому что ему вот приоритетнее пуха. Израфель, ты не против, я отдаю ханту? Хорошо, спасибо. Текс. Напишите в гильдию, кому чё анролим. Кинь гильду, бля. Так. Не было топора. Был бы топор, у меня не было бы вопросов. Так, я понял. Так. Ну ты посмотри, на кого токен, кто больше в рейде, тот и анроль, тогда расстрелю не хотят. Да, давайте грудак ролим. Паловский. Да, Ю-Ю, можешь, конечно. Снова танк. Поздравляю. Я с босса раздаю, так что... Так, маунт, что ли? Рольте маунт. Кадзура ехали пал. Переролить. Кадзура 9. Ну, я Липал 50. Вот, поздравляю вот. Тебя с маунтом. Себе можешь оставить. Спасибо. Так, дальше. Кольчуга. Боевой шлем. Иг-25 будет?
Давайте, кто не идет в ИК, сейчас я разролю, выйдет просто. Если останется человек хотя бы 15, тогда могу собрать и пойдем. Ну и то, я боюсь, что до 4 не успею, а мне в 4 как бы это... Давай шлем, братишка. Давай, получай. Зачем тебе этот шлем, не знаю, конечно. Но, давайте. Для красоты, что ли? А, это сила атаки, сука! Не надо. Давай этот... Я хулипал обмен. Дальше, следующий. Плащик. Хаздух, плащик. 45-й. Что ты на ШП заменишь? Крит скорость на хаздух? Ради 5 СПД, о, 5 хасты? То на шлем. Сиусан. Блядь, дико извиняюсь, можно побыстрее? Ну, потому что люди тупят. Мне, я не понимаю, зачем он ролит плащ, если у него лучше плащ. Ну, смотри, там еще пал выиграл. А, все, вижу, это второй ролл. Все, пофигу. Холи пал выиграл. Ты заберешь с духом плащик? Серьезно? Где я выиграл его? 49. Так вон за мной сразу 91 ролл. А это второй ролл, у него 41. После тебя идет Аскетовна. Ну, я вот о том же. Аскетовна, давай обмен. Ну, я бы отдал хилам. Да это вообще просто залупинский хиловской плащ. Вон Сони падает нахуй. Либо вот этот здесь. Просто переходящая хуета, блядь. И все, блядь. Эрдро, дай ей. Я дал... Сони, он отдал Локу. Да, падает. Я отдал Локу. Лок решит уже сам, отдать, уступить или нет. Дальше. Метателька. Рок нету, только если вару, блядь. Ну, вар, да. Я вот жду. Вар тупит. Так. Мы анролим штаны или плечи? Подумайте. Вар обмен давай кидай. Да, ромбик. Видишь такой вот зеленый кубик? Бля, там кубик с ромбиком нахуй бегает. Пиксель, блядь. Вон он нахуй, живой кубик, блядь. Ну-ка, пинай его, блядь. Иди сюда. Ваша текстура не Женек, проводит, ты да? Мне что-то скажешь? У меня один приз говорит, что он хочет треню, второй приз хочет что-то токен. Вы что-то разберитесь как-то. Пусть они пароль решают между собой. Сам решай. Пусть паролят между собой. Ну, треня лучше просто. Рольте тогда токен. Ну давай рольнем, мне похуй, блядь. Сам решай. Рольте токен, все. Треня анрол? Да, треня будет анрол. Так кто ролит? Все кто ролит? Сейчас все ролят. Кому нужны плечи? А, ну все. Там двоим с тобой. Больше ничего нет? Там плечи, штаны и триня. Триню мы анролим, еще штаны паролить можно будет. Все остальное, все. Я все разролил, все, что было. А переролите. Шип, Силсан. Шип 100, Силсан 25. Шип обмен. Ножки.
Окей. Войд. На, держи. Так, и гильдейские. Рольт, гильдейский. Что будет?